Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии заимков на морской карте архипелаги в Sid Meier's Civilization 6. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к началу, ссылка на первую серию есть в описании к этому ролику. Всегда лучше начинать просмотр не с середины, а с самого начала. А спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им за поддержку. И всем зрителям приятного продолжения просмотра. Это зависит от того, будет ли индус воевать. Ну, претензии. Я не думаю, что Дед Бородет в одиночку сейчас пойдет без индуса. Так, претензии, да, к Саладину. Ресурсы. А чё у этого? Да, сейчас глянем. Сейчас глянем, что у него. Ну, то, что у всех, на самом деле. Ну, алмазы... Не, чего у него больше всего, так... Больше... Не, больше всего-то у него черепах на черепах. Черепахи бессмысленные. Лучше, да. Черепах, когда лучше. Понимаете? Так а смысл? За они черепах. У всех есть. Да? На черепах тогда. А, давайте пусть черепахи больше дают, может, счастье. Да, 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 согласен. Чтобы больше давали. Нормально звучит. Как тост. Короче, восстановились все леса. Так, дополнительная черепаха генерирует 100% Саладин. Так, сколько тут зарядов? Один, да? Ну, отремонтируем вино и обработаем потом лошадей. Так, еще один караван могу. Странно, я думал, у меня уже три бегает. Чел, если ты отходишь на 30 секунд, то можно об этом не говорить. О, просто слишком много этих нужно делать. Так, что у нас с престижем здесь? Ну, видишь, только тут мы поставили. Так, что тут со свеч... А, блин, не могу, тут жителей не хватает. Давайте строителей. Зачем я тут библиотеку построил? Неизвестно. Развлекательное, промышленное, священное место тоже фигня. Ну, средневековые стены без... Карточки тоже бессмысленно. Давайте пока строителей. Какой-то амбар. Растем. Строители. Блин, мне надо карточку на строителей на самом деле поставить. Гавани. Кампусы. Гавани, кстати, уже не нужны. Они чисто на деньги. Где у нас хорошие права? А есть что-нибудь побыстрее открыть? Чтоб... Нету. Очень хорошая карман. У меня испатно к тебе на 38 бегает. И на 35. Ну, тут еще есть возможность вернуться. Тут еще есть возможность вернуться. Обзор торговых караванов моих. А, у меня на 20. То есть они там должны сейчас с арабом. Ну, араб очень хорошо усилится. У меня еще за счет этот, американцев. Все равно я не верю, что тут религия. Долго у американцев есть возможность стоять. Да, вот Новый Орлеан отвалится. Так что пойдем на араб. Надо идти. Прямо сейчас? Ну, мировое сообщество плюс. Ну, Дед Бородет уже воюет с Саладином. У меня еще союз. Давно был заключен. Так, а тут престиж как? Да, тут надо ставить сюда.
Да. Петра, конечно, тоже хороша, но, извините, Петра. А когда флотоводца убираешь, он куда отправляется? В столицу или в ближайший город? Да, ну, в ближайший город, по-моему. А, да, ближайший просто. А, ну ясно, там фрегаты плывут, парни, если что. Не, ну у тебя 76, у тебя уже какие стены? Это еще, это фрегаты, это должно выстоять, если ты хотя бы еще средневековье стены поставишь, карточку на стены. Карточка стоит уже. Ну, отлично. И карточка, я имею в виду, не на 100%, ну, а которая сила города увеличивает. Я понял, просто сказать, я понял. Да. Фрегаты уже пока поздновато. То есть 76 сила нормально у тебя. Это даже линкорами трудно берется. Ну, только стены средневековья бы поставить еще. Город посадить, требушек. Ну, вряд ли он поставит стены средневековья, потому что мне что-то так кажется, то, что, ну, американец, ой, тьфу, этот, араб не будет пропускать атаки. В смысле, не будет пропускать атаки? Ну, там, чтобы стены начать строить, надо, чтобы твои стены были целыми. Так он еще не у города, ты подожди. А-а-а. Ну, если так, тогда да. Тогда да. Так, откуда мне отправить караван? Ну, мне надо в Вашингтон отправлять, я думаю. Опять же, поставить карточку, я выйду на производство, чтобы у американца с производством было. А если Вашингтон, то из Куска... То есть, мне один раз ударит, у меня же без танк стены строятся, так? Да. Значит, я вряд ли успею. А Валетты у нас нету на карте? Нет. Пока нет. А, ну так у американца и веры нет. Блин, так мне надо тоже стену возрождения, значит, хотя бы построить. А просто стоит стены. Верующие. Да, сейчас флот просто раздавит. Стой в границах города своего, у тебя ж Виктор там должен бонус давать. Да я просто забирал юнит. Ай, дети. Ауч, о, вижу атаку. Не, слушай, тебе, наверное, нету смысла стены строить. Строить что-нибудь. Так, а у тебя бомбарды открыты? Нет. Плохо. Ну, хотя бы требушеты. Сколько у тебя стоит требушеты? Давайте индус, венгр, скиньте денег американцу, чтобы он требушетов купил. Потому что требушеты наносят больше урон по кораблям. Хотя бы. Мне нужно 250 голды, что? Ну, требушеты есть у тебя, да? Тут? Да, ну это понятно, что требушет точно есть, да. Ну, наверное. Так, давайте мы, наверное, проложим здесь все-таки этот тоннель и обработаем алмазы. Послушай, тут уже бомбарда, а мне их как бы убивать нечем, потому что там кирасиры стоят. Не, тут забейте, я точно падаю. Меня просто сейчас с воды, с земли будут бомбардировать нон-стоп. Блин, короче, мне надо стены средневековые строить. Ничего. И потом инк следующий 100%, и он упадет там за пару ходов. Да. Зачем мне инк мой новый? Я тебе не объявлял войну. Ты объявил войну этому арабу, я был с ним в союзе. Можем замириться. Хорошо. Мне пришлось с арабом союз заключать, чтобы военный союз против американца, когда американец на меня напал. Не, мы еще повоюем с инком. А сейчас он пошел. Эти, может, все-таки апну уже сразу.
О, 540, надо все-таки карточку. Мы будем продолжать союз, да? Хорошо. Потому что это так встагивает войска рабов. А ты что-то вывел из города? Почему у тебя Вашингтон меньше стал силы? Ну, мушкетера вывел, требушет остался. Так, значит, мне первых ап юнитов поставим, во-вторых, 100% созданию оборонительных зданий. Кахокию забрал или пересези? Забрал. Жаль. Идем. Пускай такая ТГГшка тут появилась, будет здорово. Еще. Ответный кин. Так, что мне? Ну, мушкетеры, конечно. Порох. Фрегаты. Не, ну военную науку надо идти. Чтобы кавалерия и литейные пехотинцы кинул. Были. Ну, уже посмотрим. А, да, я вижу все. Освещение менять не буду. Ну, типа на рационализм. 64. Да, отстаем, но это потому что все в защиту сейчас у нас тратится. Пингала, лян. Конечно, надо будет стены сначала поставить. Впуска. Вот три. Вот эти. Вот это надо отдать Уанаку. Так. Тут все нормально. Наблюдаем за. Да, блин, я еще и мушкетер выдал. Вообще так ровно по таймингу, конечно, Саладин сейчас на меня пойдет. Следующим ходом уже конец. Ну тут я хотя бы стены средневековья успею построить. Так. Ну мне надо, видимо, на бомбарды просить денег. Кстати, мой город атакуют, но стены все еще строятся. Я думаю, там сбивается. Он следующим ходом у тебя, ну, не будет строиться. Угу. А, то есть производство сейчас никуда уйдет? Угу, да. То есть лучше сейчас переключать. Индус предложение. Индус, а что за чудо вызы? А ты не хочешь мне вернуть сначала? Ну, это вопрос. Подожди, защиты. Ты хочешь, чтобы я как можно дольше защищался? А, ну Оздера твое, это Редба. Я думаю, следующим ходом еще не упадет. Да, блин, что я все к американцу? Где индус? Индус, еще предложение.
Кстати, как интересно, выход в новое время сделал. Правда, офигеваду. Не, надо все-таки, наверное, каравеллу тут оставить. Ну, араб начинает отставать, наверное, по развитию. Так, это выводим сюда. Здесь покупаем еще бомбарду. Он уже подплывает. Не, ну если это он будет такой каравеллой, то я, конечно, своей отобью. Это у нас с флотоводцами. Американец тебе дали военный союз, да? Блин. Да, венгром. Ну что, не хватило ему все-таки забрать? Походу нет. А, блин. Ладно, не самая лучшая партия. Да, но спасибо за игру. Спасибо за игру. Всем спасибо удачи. За игру. Пока. Я тут дожимаю. Я надеюсь, как бы будет уроком, что... Кстати, а что делать с такой ситуацией? Ну, если ты уже как бы явно проиграл. Так у него все забрали. В смысле, все проиграл. Бороться до конца. А обычно что делают? Не, я понимаю, что как бы, ну, просто теоретически я и себя задерживаю. Ну, хотя он другие-то... Что ты задерживаешь? Ты... Нет, я к тому, что я, получается, мешаю ему хоть как-то. Да, пока мешаешь. Ну, смотри, на эскиф может выходить, у него один город остался. Ну да, мне хода три, как бы. Да, можешь идти. Хода три. Столица забрала, остался один город. Короче, это была неудачная идея. В смысле? Ну, такая вот карточка, где вот все под боком. Ну, я имею для меня. Для любого человека. Ну, хотя все равно надо как бы играть. Предлагать военный кризис против араба? Да. Венгр, у нас следующим ходом закончится... Ну, можно предлагать мир. Ты можешь мне сразу военный союз кинуть? Да. Да, мне тут жалко, что я тут один ход не успеваю. Вообще, тут я успею. Мне жалко, что я тут не успеваю стены возрождения никакие построить. К сожалению. Увеличьте таймер только, пожалуйста, если будем все вместе воевать. Так он не уменьшался, это есть фиксированный таймер. Не, ну я типа захватил игрока, очень сложно будет делаться. Венгр, да, предложение. Нет, еще. Последний. Сейчас скину. Парни, мне там гуманитарная помощь нужна. Дай. Кинул венгр. Ребят, военный кризис начинаем, не? Ну, я кинул про военный кризис против араба.
5 ходов долго. Ну, наверное, каперы надо. Надо поставить карточку на каперы. Блин, дипломатическую службу я... Пострадал от стихийного бедствия. Конечно, надо помочь арабу. Ну, вступим в военный кризис против него. Это да. Помощь. Кайф. Араб 10 голосов влил, ни хрена себе. Ну а что, они все равно сейчас пропадут, какая разница? Не понял, а почему у меня кризиса не было? Не знаю. Потому что араб... А ты Америку встретил? Да я всех встретил, вот смотрите. Написано, что я не могу проголосовать. Военный кризис. Мне вообще не показывают. Ну, нам написано было, что только я голосовал и индус, получается. Да. Странно. Все, минус скиф. Спасибо за игру. Спасибо. Давай, за игру. Первый раз, как говорится. Сам виноват. Тебя я в этом крещении. Да, не виноват, просто. Так, слушайте, а где национализм вообще? Даже не виден. Ну, нет, за такую нацию, я считаю, так стыдно было продавать. Поэтому стоило на пару ходов чуть-чуть переделать раньше, и все. Возможно. Ну, скифи, она для архипелагов не очень в целом. Ну, мы же банили все морские нации. Блин, жалко вырубать вот эти тропические леса ради священного места. Было отменено. Может, здесь все-таки священное место поставить? Стен. Я просто снял постройку. Или просто уже каперы строить. Хоть как, хоть какие-то юниты. Я думал, он добрый сосед. А как оно оказалось? Ну, я добрый. Следующий игрок. Не то, что со мной. А, у него ко мне еще бегают караваны от него. Так, ну если я успею построить средневековые стены в Куско, я себя буду чувствовать комфортно. Видите, араб уже... Не хочет нападать, потому что у него как бы с другой стороны собирается туча. Ну, как бы вот ошибка американца здесь в том, что... Ну, вот это, не знаю, проблема разведки или чего. Как вот еще это сказать? Просто увидел соседа, типа на него нападать, все. Еще, ну, возможно, если бы меня быстро... Да, блин, да если бы даже он быстро бы меня забрал. Он не успел бы отсюда вернуться, и у него бы араб вот эти три города точно забрал бы. В итоге, а потом бы добил его.
Вот в чем дело. Давайте с опилки лучше сначала поставлю здесь. Другую сторону гавань ставить. Тут, видите, есть риф, то есть сюда можно кампус, но, блин, жалко вот это место производственное. Просто не досталось арабу. Я могу уже кавалерию купить и линейных пехотинцев апнуть. Давайте-ка мы поплывем в Аякуча, там будем апгрейдить в линейных пехотинцев. Что у нас тут дальше виднеется? Паровой двигатель. Ё-моё, все надо открывать для парового двигателя. Ой. Стоит, готовится. Ну, в принципе, если он... Ух ты, отступает. Так, интересненько. Но он переводит 252. Ну, смотрите, араб захватил американца, 252 науки у него стало. У американца хороший кампус у него там. На плюс 4. Да, не только кампуса. Весь уголь, что я вижу, весь у араба. Ну, то есть вы так долго будете собираться? 40 было на территории американцев. У него, вот, индус, ты же видишь, около Уанука. Вот у него весь флот вот в этом заливе. Вот представьте, вы сейчас нападете на него, сколько он будет плыть обратно? Просто подумайте. Ну, давайте вы подождете, пока он меня захватит, конечно. Я не про то. Два. Просто, например, ну, я... Это, конечно, понятно, что на него надо нападать, и только именно сейчас. Другой вопрос в том, а что делать его броненосцем? Его броненосцы у меня. Вот вы хотя бы пограбьте ему территорию, там, эти, ну, что-то сделайте, ослабьте человека. Не, ну это понятно. Что делать с броненосцами? Непонятно. Так, ну, тройниковые стены я успеваю поставить. Кавалерия 62, этот 65. Может купить одного? К сожалению, видите, у меня тут только два места, откуда я по-хорошему могу обстреливать. Хотя я даже этого будет бомбарду... достигать. Мне, наверное, все-таки надо покупать. Вот сюда он не скоро дойдет, правильно? До этого города, имею в виду. Тут у нас есть... А, это он отошел апнуть, кстати, каравеллу тогда в броненосцы. То есть видите, насколько я отстаю. Насколько тех... Я вывел тут, чтобы купить линейных пехотинцев. А, мне не хватает селитры пока. Так, мне надо селитру кого-нибудь попросить просто. Oh.
Венгар, предложение. Так, а стреляющие у меня будут каперы, да? А в пушке мне далеко, я даже пушек не вижу. Ну, мне, конечно, в пушке надо было бы выйти. Так, тут меняем улучшение юнитов нафиг. Ставим опять к обороноспособности. Смотрите, стены я тут все-таки достойно. Наверное, стены тоже уберу. Мне к обороноспособности надо. Можно... Земля, наследия никакого нет, потому что так правительственная площадь и не построилась. Ну, видимо, 100%. Блин, у меня, по-моему, нет уже каперов. Оказывается, они не есть. Так далеко. Так, отлично. Ну, мне нету смысла строить гавань, чтобы он ее приплыл, просто разграбил. Я бы, наверное, амбар отремонтировал пока. Да, я вижу. Бля, это пиздец. Не ругайся. Извините. Опять обычный век. На 6 тех. Я нашел свое время. Все в золотом, кроме меня. Ну, неудивительно. Вообще неудивительно. Ну, не знаю, 74 даже броненосцами тяжеловато будет, я думаю. Но он флот все равно тут держит. Ага, еще кирасиры бегут. Так, это интересно. А, нет, сюда нельзя. Да, будем ставить. Так, а собственно, нафига я тогда Ваанаку строю? Ладно, я потом отменю гавань. Ну что, и не видно национализма, да? Да, все очень плохо тут. Спасибо американцу. Ну не знаю, я все еще считаю, что броненосцами сейчас куска не берется. Там, правда, прокачаны немножко. Хорошо, а где у нас стены возрождения в осадной тактике? Пойдемте-ка в осадную тактику. Блин, 2-3 бушета не стало. Там вместо 2 бомбарды, на самом деле там 2-3 бушета требуются. Помогай. А что там, война поперла? Да. Да. Так, мне надо, видимо, вот. Венгар, предложение. Это чтоб плюс 5 он имел. Ну, она упадет. Опять, в очередной раз.
Ну, мне кажется, неплохо. Он сейчас будет обращать в свою веру, чтобы плюс 5 иметь, но у меня за счет военного совета, то есть как бы паритет на самом деле будет. Ну и кроме того, все-таки 86 тяжеловато. Буду стоять тут внутри. Минус 8, видите? Фрегат. Меня, конечно, фрегаты будут обстреливать в первую очередь. Крапер. Минус фрегат. А морские юниты он за веру не может покупать, в отличие вот от этих. О, сразу купил. А, это он объединил. Ну, много-много кирасиров, молодец. Настроил, точнее, напокупал за веру. Так, там у Анака пакета. Урбанизация. На все улучшения юнитов, но... Пожалуй... Блин, где ж... обороноспособность, создание морских юнитов. Тут все оставляем как есть. Так, роща где? Я бы рощу купил. Там 300 она стоит. Венгар, предложение. Это кто вообще тут со мной воюет еще? Красота. Так, что нам дальше? Тут, нет, все-таки каперы давайте строить. Хоть какая-то армия против. Так, работаем. Тут прям кирасиры прут. Я чисто убить кирасира. Ну, он обратит и так, что тут? Ну, кстати, не смог. Ну, тогда встанем. Давайте кирасира атаковать.
тебя, почему ты это не обстреливает? Не может обстрелять. Ну да ладно. А что это за чьи? Ватикан? Прикольно атаковать города, конечно, с пушками. Да не такой, ты просто держи блокаду. А, все. Это Канди. Канди. Чтоб он не выезжал. Так, так, мы его пока не возьмем. Мы один порван, да, для самолета. Мы никак не возьмем. Вот это воля к победе, я понимаю. Нет, нужно же быть объективными. Вы уже стали так вы не, еще раз, не берите города, грабьте все побережье, грабьте эти... Алексей, побережье слишком маленькое. Нифига, я вижу тут дофига. Подходим, вот сразу нас шотрит. Вот мы статья. В городах. Так, мне бы, может, еще этого купить. Линейного пехотинца. Просто стоим вокруг время провалимся. Есть. Индус и венгер предложение. А, блин. Не заметил, что надо было еще эту попросить. Селитру. Она-то у меня накапливается, но только сейчас смогу купить, получается. Нет, конечно, не буду стрелять, пока неизвестно. Здесь, значит, покупаем линейную пехоту. Индия, предложение. Ай, блин, я забыл поставить карточку дипломатической службы, кучу производства потерял. Ой. Еще предложение. Классная клетка, но только города нету для нее, да? Еще фрегаты плывут. Стены Возрождения. Не убил, не убил.
Так. Там танчики. Ну, пускай уже убивает мне этого линейного пехотинца, что поделать. Пограбли походу. Это все ему прям настолько не нужна это. Да блин, не туда выстрелил. Наверное, добью, нет, не добью. Подстава немножко. Я не туда выстрелил. А, вот у меня еще есть капер. Да елки. Просто минус все кирасиры. У него религии вход 173. Ну уже не так весело покупать ему юнит, потому что он уже в танке вышел. Там танки дорого стоят. Ну-ка, отвалился, отлично. Ну, пока держимся. Вообще, я могу уже опять поставить карточку и попробую еще стены возрождения построить. Но, с другой стороны, я не вижу смысла. Мне кажется, у меня города и так нормально стоят. Ну, кстати, у араба уже сила армии такая же, как у вас. Да, только у нас мясо, а у него качество. Вообще-то у нас качество, а не у нас. У нас уже ветераны, знаешь. Блин. А у него танки только что купили. Так, ну зашибись пока. Не, ну на 52 фронта невозможно играть. Я просто тупо теряю его без всяких возможностей. Ну, в этом и идея нескольких фронтов. Ну можно же на счет поиграть, правильно? А, то есть ты ходишь со всеми в одновременно, да? Ты ходишь первее, чем я, и хочешь на счет играть еще. Я не успеваешь делать, ты уже убиваешь мою религию. Вот. Как? Не надо, пожалуйста. Так, ну время... Блин, не тем юнитом вышел. Осуждать еретиков. А, господи, дед, там пушка выплыла из города. О, это мне нравится. Почти. Ладно, я пока не могу, надо отвлечься.
Так, я думаю, каперов достаточно. Давайте уже что-то в развитие сделаем. Куда она попала? Он нет, слушай, каравелла держит два удара это города. А здесь можно не держать? Нет, ну, слушай, когда она от пушки опять отваливалась с одного выстрела, это было неприятно. Так, как бы мне теперь города американца позахватывать? Ну, как минимум, надо идти каперами просто там все грабить. Видите, он поплыл, он повел флот от меня теперь к ним, потому что они там явно ему гадят. Теперь мне надо то же самое в Америке делать, но и за счет этого усилиться, потому что я буду получать какие-то ресы. Давайте посмотрим, веру на что-нибудь можно потратить? На Эйфеля или Эйфеля. Блин, Эйнштейна бы. Я... Что он мне даст сейчас? Ничего не даст. Сильно я отстаю вообще. Как ни странно, индус тоже отстает. Но индус вышел в эти. Там, Катя, дед-бородец. Сука моя! Ну не ругайся ты. Извините. Ну, на эмоциях. Так, вот под выстрелы лучше не попадать, а вот это мы пограбим. Так, 8. Самарканд, Бандар, Брюней. Ну, не знаю, пока денег у меня достаточно, я считаю. Все сюда высадил. Давайте от рейдов на побережье. Ну тут нету смысла каравеллу вести, я лучше по берегу броненосца сделать. Так. Теперь нам нужно все-таки развитие какое-то. Ну, пора кампусы ставить тут. Иначе никак уже. Рабочих просто купить можно. И здесь, и здесь. Так. Тоже надо кампус. Ладно, давайте сюда ставить. Так. Экономика, рейнджеры... Плантация, пища. Ну, нам тут все надо открыть, чтобы в паровой двигатель, я так понимаю, да? Кроме вот этой техи. Ну, короче, надо прямые паруса открыть, потому что мне вот из этих тех ничего не надо такое. Быстро. Так, вот тут у нас кампус, пойдем грабить.
Блин, тут кампус, видите, мы под выстрелы попадаем. Что-то у меня уже армия почти как у араба. Лучше просто. А Тинью загнобили тебя, да? И рады. Дед, мне бы твоя помощь на севере не помешала. Да, что там? Там два броненосца приехало. Да, это он, скорее всего, от меня приплыл. Да, он все от тебя вот приплыл. Возле Богдана? Ну, понимаешь? Да, да, над Богданом. На самом деле, города, вот, ну, первых города у меня 74 и две бомбарды, они уже броненосцами не берутся. Понятно то, что не берутся. Такое дело, его же надо контролировать на море. Надо. Я сейчас буду ему всю территорию американца грабить. Он не может все отконтрить. Ну этот у него уже пограбил. Неплохо так. Кстати, вот за Венгрию на любом месте можно играть на самом деле. Что в Копенгаге, что в Англии. В каком смысле? Ну, чтобы бэшки были. А-а-а. Он сейчас возле... Этого, араба, это очень вытушка. Хорошо, американцы, видите, стоят с войсками, да, все лагеря, что их можно, ну, кампуса, что их можно грабить. Да, но я, конечно, серьезно отстаю уже, тут, наверное, да, мне надо впуска опять ремонтировать. То есть, чисто опять ты сам развиваешься, войска не строишь. Сейчас другой еще придет. Пять науки. Это уже приятно. Ну, а он Аку сам ко мне отвалится. Обидно. Поэтому я тут не особо усердствую. Мне не ясно, куда мне лично веры деваются. Вроде не так много стало. Интересно, как больно Думьят может ударить. Но я здесь, наверное, пойду... Вот сюда грабить территорию. Дуса, что это у тебя за рабочий в Алеппо? А ты его захватил? Да. Я ему пошел улучшать арабу места. Говорит, я тебе помогу. Конечно. Я тебя пограблю, но я тебе, но я тебе помогу. Роща кампус. Ну блин, ну что это такое? Ну это шура сейчас еще сейчас пройдет через все мои города. Вообще мрак будет. Пушки так и не видны. Давайте мы карточку поставим на караваны. Так, недостаточно довольства. Есть у кого-нибудь меня что-нибудь дать? У венгра нет, у индуса.
Цветы я, по-моему, его и так взял. Мед я сейчас отремонтировал. Предлагаю стоп за веру. Да. А по приросту давайте этому тебе помочь, Алексей? Да, да, я бы порос. Минус лояльность? Ну, у меня нормально. У меня нормально. У него города высокие, в принципе, да, да. У него эта лояльность не так сильно даст. Ну что вот это такое? Ну это ж мрак просто. А, тут все разграблено. Ой, танк. Так, ну тут продолжает же ко мне, да. Тут индустриализация, блин. Ну, а с другой стороны, нету ни одной промышленной зоны. Нафига мне ее открывать? Давайте лучше пушки. Тем временем у араба 187 науки вход. Странно, зачем он... Он мог убить просто мой этот капер, не апаясь в броненосец. Араб, а что если ты мне отдашь Новый Орлеан, Вашингтон и Чарльстон, и мир заключим? Ну, если при этом заключаются на мир все остальные, то... Нет, они с тобой не заключат мир, я думаю. Это только я предлагаю. Ну, в принципе, я могу. Нет, ну, то есть, ну, какой профит мне отдавать 3 города, а при этом... Ну, что ты сможешь сосредоточиться на другом... Ну... Так ты мне особо ничего не делаешь, вышка с ним. Я тут все тебе граблю. Че, ничего не делаю. Ну, ты так молчу. У тебя вон было больше науки, у тебя уже 184 науки. Ну, я согласен. Если отдашь, то я тоже могу заключить. Я его заметил. Я хоть как-то смогу вернуться в игру, мне кажется. Это он танком так... Чё так слабенько танк? Охренеть. Я думал, танк побольнее будет.
Ауч, кого убило? Какие там Чарльстон, Вашингтон и Новый Орлеан? Ну потому что эти на другую сторону. Ого, а что это? Брат, да я это интересно стало. Просто постою тут. Ну так и что мы делаем? Ну что? Я тебе предложил. Миримся и трёмся пузиками. Ну, типа, я готов отдать Балтимор, Вашингтон и Орлеан. Ну, хорошо. Заключай мир потом. Ну, уберите таймер хотя бы. Я кнопочки не успела нажимать. Сейчас я кину предложение. Вашингтон не отдается. Столицы не отдаются, да? Да. Я не знал этого. Ну, видимо, мне надо захватывать его. Ну, захватывай. Ну, это, кстати, странное ограничение. Ну, при условии того, что меня никто грабить не будет при этом. Ну, то есть, он захватывает, ты ее не уничтожаешь. Не, я его трогать не буду. Если меня никто грабить не будет, то... Хорошо, уходим тогда. Ну, точно договорились? Ну, я надеюсь. То есть, Новый Орлеан и Балтимор мне просто передаст, а Вашингтон сейчас приеду, этими бомбардами захвачу. И каперами. Я потехом сейчас начну отставать просто. Ну, это очевидно, что мы ему неплохо так пограбили. Он лидировал по науке, а теперь у него 180. Ну, сколько кампусов? И... Профит от войны получаю только я, который вообще тут никакой. Сижу. Вынесется на мой леп. Ну, вижу. Она двигается. Так, слушайте, я не знаю, когда ты включил запись, но мы так договорились, что все замеряются с арабом. При условии, что он мне отдает Новый Орлеан, Балтимор и Вашингтон. Так как Вашингтон невозможно передать, это столица, какие-то дебильные ограничения в шестой цели, я считаю, что неправильно, то мне Вашингтон надо будет сейчас захватить бомбардами. Я, если что, тоже вписываюсь в эту как бы тему. Ну, типа, останавливаем военные действия. Да, да. Так, сколько он тут будет отваливаться? Скоро присоединится, окей. Слышь, дед, я убью рейнджера. Я просто думал восстановить эту терталку. А, ну так давай так, смотри. Так сделаем. Да. Несколько районов забыл. А что, там ураган прошелся, что ли? Просто за 0 мира покупай буржуара. Ну, вообще, давайте на автомат, пускай они территорию разведывают. Всё. То есть, ну, как бы мы о мире договорились, мы пока воюем с арабом, чтобы я Вашингтон захватил.
Ух ты, плюс 5 кампус. А у меня только еще выйти, чтобы меня тут не залило все. То есть мне надо выйти в плотины. Так, а давайте-ка тут рабочего купим. Пройдусь по городам еще раз. Первоначальная столица, новая столица. ППшку нигде так и не поставил, но я даже теперь не знаю, может здесь тогда поставить или здесь, тут убрать этот лес и, ну, театралку тогда какую-нибудь, хотя тоже странно, честно говоря, скорее надо аквапарк и театралку. Раз, два, три, четыре. Далековато аквапарк. Может, так наоборот, здесь? До этих он точно дотягивается? Раз, два, шесть, семь. Там 9 клеток надо. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. До этого дотянется, до того... Тут еще город надо бы поставить. Я понимаю, что 126 ход. Вообще игра показывает, что я туда еще дальше могу. Я просто высаживался туда этим. Раб у Вашингтона, я случайно, короче, убил твой шарик. Мне шарик надо мстить. Мстить, да. Предлагаю за это отдать мне пару городов в моё верование. Может, все-таки построить Петру здесь, например. Тут Петру вообще никто не строит. Да. Но мы не теряем надежды. Все еще. Если бы не постоянные войны, все было бы зашибись. Это у меня плывет уже захватывать Вашингтон. А тут роща сломана, блин. Уже
4 из 6. Куда мне лучше посылать караваны? Ну, к Индусу на 16 денег, конечно, бегает. Он 18. Скитукара Кахокию. К Венгру подешевле. А где ну Скитукара? Вот здесь. И... эту я отправлю на 16. Уэлька Уаман. Куска. Скажи, где компьютер находится? Хотя из Куска. Скажи. Где это вопрос был? Нет, я уже вижу. Да блин. Ладно, пускай сюда идет. Если кому надо, то не надо. Ну говори, чё молчишь-то? Ничего, авиацию видите? Да. Это третья... Значит, это какую, улучшенную или обычную? Обычную, обычную. Ну... Третья по прямой, как бы, параллельно. Ну, короче, за ней, да, по прямой? Да. Понял, спасибо. Ну это, коптица-то помедленнее, что ли? Странно. Я там держу все в руках. Что-то не справится. Да. Лаборатория. Меня да еще и зальет, очевидно. Ну, у меня уже 6 на юнита, походу. Так удаляй. На самом деле. Ну, с двумя прокачками не очень охота удалять. Ну, тогда не удаляй. Интересная высадка, конечно. Блядь. Ой. Отсюда, что ли, зависло? Да. Ты вылетел. Да. Так, кто там... Ход сейчас поменяется. Давайте. Может, перерыв? Да, минут 5, можно. Да я бы минут 10 взял. Чаю заварить и покурить. Ну, пока цело загружается. Блин, главное, чтобы сейчас не было этого. Чтоб сейчас комп не накосипорил, чтобы постоянных рассинхронов не было. А тень я, ты будешь, да? Таймер убери пока. Пожалуйста. А я хоть? Да. Ну, по всей видимости. Какой ужас. Не самый лучший выбор хоста. Так, два еще заряда. Я бы убрал тут рис, потом тут обработал еще. Тут я тоже, скорее всего, промышленную зону поставлю. Так, что мы из этого быстрее? Нужно открыть канализацию. Давай создавать корпорации. Нет, давайте, наверное, с канализации начнем. Включаюсь. А что, делаем перерыв или нет? Ну, делаем уже. Ну, я туда там курну. Все такое. Так, ну тут промышленную зону уже негде ставить. Верфь. Дед, ну я пойду снизу уволим тогда. Это меня смущает, это грешка. Так,
Так, я опять в темный свалюсь. Ванину-то они не появляются. Ну, вообще, надо проверить, действительно. Сейчас поиграем, посмотрим. Раб, чё танк заехал? Он просто ходить мешает. Так, я всё-таки думаю над тем, чтобы основать религию. Я не граблю, у нас война только потому, что мне надо Вашингтон захватить. Только поэтому. А вот Канди, кстати, можно пообстреливать. Пройдемся по гра... Ну, короче, какие у нас шансы на победу? На самом деле, вот забрав эти американские города, у меня тут неплохая наука пойдет, потому что тут очень хорошие кампусы. На плюс 3, это от Вашингтона... Да, от Вашингтона. И на плюс 4, на плюс 3. Тут они построены даже все. Понимаете? Я буду отставать. То есть у меня шанс только в том, что они между собой как-то передерутся. А им придется между собой передраться. Это как-то... Ну... Иначе, ну, кто-то будет улетать. Я уверен, что они будут кидать друг другу ядерки. И вот на этом фоне мне надо будет побеждающего как-то останавливать. У нас тут 170 ходов, на самом деле. То есть осталось 41 ход. Я, в принципе, не так уж и много потерял в этих войнах. Я отстал, но я сейчас, отстроив кампусы и отправив еще... Ну, у меня вообще в две этих уже отправлено необходим... А, еще Митла есть. Блин, еще в Митлу надо отправить, ребята. Послов... До трешечки. Ну, идеология важнее мне открыть. Так, у меня соседство от гавани не стоит, очевидно, да? Нет, от кампуса. Нет, стоит. Стоит. Соседство от гавани. Да почему соседство от гавани-то стоит? Зачем? Так, тут мне надо все-таки поубирать. Блин, а как бы мне так... О, Айтхай уже Дед Бородет пересоюзил. Блин. Я думаю, что-то у меня так мало культуры. На самом деле. Мне бы и Айтхаю пересоюзить. Дед Бородет по культуре очень хорошо тут и... Хотя, слушайте, он... Нет, он со мной наравне. Тоже вот здесь всего лишь. Ну ладно. Я понимаю, что тут повышение доступно, мне надо быстрее стены снять. Блин, и высадиться негде. Yeah.
пускай на еду, чтобы быстрее рос. Так, тут производство. Тут производство. Дружба с венгром. Тут надо крабов, конечно, обрабатывать. Я бы тут еще одного рабочего купил. Так, у нас куча веры. Блин. Реально очень хочется веру основать. Причем я даже могу священные места строить. Просто меня смущает, что они на очень маленькое соседство. Может, все-таки сюда священ... Ну, тут, конечно, промышленная зона лучше становится. Плюс 2. Да. А что, Канди мир, что ли, у меня? Нет, это не Канди, что ли? Ватикан. Тут апну, потому что она лечится при этом. А тут на первый уровень мне пока бессмысленно. Ну, плюс это еще плюс 10 против обороны района. Я думаю, еще 2 хода и Вашингтон упадет. И тут вот это надо у Ануку отдать. Маяк купить. Караван отсюда купить. Так, верь в гавань. Так, тут надо рабочих купить еще. Вон сколько на обработку. Не знаю, стоит ли верфь строить. Что с кампусом? 10 плюс 3, но тут затапливать будет. Блин, все равно надо кампус, я думаю. Великолепная гавань построена. Так, значит, давайте еще в Митлу 3. 130 науки. Мало-мало. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!